Уважаемые дамы и господа, я понимаю, что вы не меня здесь ждете. Вы ждете абсолютно потрясающего человека, доктора Ицхака Калдерона Адизоса. Мы уже сегодня говорили с Ашот Георгиевичем, что нам очень сильно повезло на одной из международных конференций в конце последнего рабочего дня, когда уже хотелось удрать в бабье лето, объявили доктора Ицхака Калдерона Адизоса. Мы слышали о том, что существует доктор Ицхак Калдерон Адизос вместе с Ашот Георгиевичем, но свою разумную жизнь за последние 25 лет мы слышали столько выступающих, что мы сели сбоку и решили, мы сейчас улизнем. В итоге мы просидели до последнего, мы поняли, что такого блестящего человека, такого носителя собственных идей, собственного метода, причем, что самое главное, работающего метода, того, что помогает нашим выпускникам, бизнесменам во всем мире, тому, что помогает Институту бизнеса и делового администрирования, мы гордимся, доктор Ицхак Калдерон Адизос является нашим научным руководителем. Вот такого гуру я больше в мире не знаю. На этом я, наверное, закончу. Мы очень признательны доктору Адизосу, что он не забывает стены родного института, что он не отказывается встречаться с нашими выпускниками. Насколько я знаю, доктор Адизос сам скажет, у него завтра встреча с президентом Назарбаевым, а послезавтра или послепослезавтра, может быть, и с президентом одной из самых больших стран мира, я так тонко намекаю, в которой мы живем. Но сегодня доктор Адизос здесь, перед выпускниками и слушателями Института бизнеса и делового администрирования Российской президентской академии. Давайте поаплодируем доктору Адизосу, он потрясающий. Ну, спасибо большое, профессор Мясоедов. Я надеюсь, что вы про меня сказали что-то хорошее.